детей в сельском поселении Молоковское праздники проводятся в течение всего лета. А завершением сезона в этом году стало мероприятие со спортивным уклоном, посвященное Дню государственного флага России. Тема мероприятия очень серьезная, что, конечно, поможет детям настроиться на учебу. Безусловно, мы дух патриотизма, гордости свою родину, отечество, конечно, мы прививаем детям с малых, как говорится, лет. Поэтому сегодня мы постараемся доходчиво, подробно донести ребятам, в какой стране они живут, что означают замечательные цвета нашего российского флага. Информация о государственных символах ребятам подавалась в игровой форме. Юным жителям Молокова рассказали историю появления флага, пояснили значение цветов. Белый – символ благородства и откровенности, синий символизирует честность, верность, безупречность и целомудрие, красный цвет означает смелость, мужество, великодушие и любовь к родине. Но у детей на все есть свое мнение, свой взгляд, не обремененный общепринятыми понятиями. Красное – это добро, синее – это сила, а белое – чистая душа. Такое понимание триколора может быть только у ребенка, выросшего в семье, где патриотическому воспитанию уделяется особое внимание. Многодетная мама Светлана Песоченко говорит со своими детьми о родине, об истории нашей страны. А если сама не успевает, знаниями, полученными на школьных уроках, с младшими делится старший сын. Он рассказывает детям, очень интересно. Они знают, что они живут в России, они патриоты своей России. Вот что есть, то есть. Они очень любят президента, они даже маленькие, знаешь, такой Путин. То есть, конечно, патриотизм у них сейчас, слава богу, он воспитывается уже из школы, из детского сада, он идет. То есть патриоты, они патриоты у меня, это точно. А такие общие праздники только укрепляют у детей любовь к малой родине, взращивая патриотические чувства. Для того, чтобы в будущем они понимали и ценили все, что происходит и все, что у них есть. Серьезная тема мероприятия не стала преградой для спортивных конкурсов и эстафет. Детвора веселилась от души, водя хороводы, гоняя на перегонки и перебрасывая мячики. Завершением последнего летнего праздника стало коллективное фотографирование на фоне триколора. Татьяна Снежко, Павел Игнатьев, Елена Кошелева. Видное ТВ.